Здравствуйте. В предстоящее время мы поговорим о цензуре в Нидерландах. Связался с представителем медиаиндустрии Нидерландов. Так вот, в нашей беседе мой источник начал с Конституции Нидерландов. Цензура там упоминается в статье 7 Конституции, идет под названием «Свобода слова», где говорится о запрете цензуры. Никому не требуется предварительное разрешение, чтобы поделиться своими мыслями или чувствами с помощью печатной прессы. Так это относится не только к прессе, но и к радио, телевидению и к другим средствам массовой информации. Конец цитаты. Действительно, но мы читаем открытые источники, и там сказано, любая цензура абсолютно запрещена. Однако формальный закон может иным образом ограничить эту свободу. Например, сделав определенный контент наказуемым в соответствии с уголовным законодательством. Такие ограничительные полномочия не могут быть делегированы нижестоящим административным органам, таким как муниципалитеты. Вернусь к моему источнику и перевожу его ответ с английского языка и цитирую. Нам позволено говорить и писать обо всем, что угодно. Редко такое бывает, что заранее сняли публикацию. Иногда, да, случается, что публикацию запрещают, но это уже после ее выхода в свет. Но только в том случае, если публикация незаконна. Если в ней содержатся ложные сведения, публикация может быть удалена или медиакомпаниям необходимо опубликовать опровержение. Конец цитаты. Сейчас в Нидерландах конституционная монархия с парламентской системой управления. Король Вильям Александр официально является главой государства. Он выполняет несколько в основном представительских функций. Король назначает всех мэров в Нидерландах, а также политика, которую формирует правительство после всеобщих выборов. Монарх также подписывает все законы, одобренные парламентом. Так вот, по словам представителя медиаиндустрии Нидерландов, единственная тема, которая является чувствительной, это публикации о королевской семье Нидерландов. Медиакомпаниям разрешается делать и публиковать их фотография. Но они не признательны вам за то, что вы это делаете. Они не пригласят вас на определенные закрытые мероприятия, если вы будете публиковать материалы со встречи. Поэтому в целом каждая медиакомпания уважает членов королевской семьи и старается не публиковать частные и личные фотографии. На официальном сайте правительства Нидерландов идет следующая информация. Правительство Нидерландов поддерживает независимую позицию журналистов и медийных организаций по всему миру различными способами, уделяя особое внимание профилактике, например, воспитание культуры, в которой свобода выражения мнений считается самоочевидной. Защита, например, предлагая онлайн или офлайн курсы обучения по вопросам безопасности, наличие эффективного законодательства и предоставление убежища журналистам, находящимся под угрозой. Судебное преследование, например, борьба с безнаказанностью людей, которые угрожают журналистам или нападают на них. На международном уровне Нидерланды различными способами укрепляют свободу выражения мнений. Нидерланды гарантируют, что свобода выражения мнений является главным приоритетом в различных международных организациях, включая Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейский Союз. Нидерланды сотрудничают с неправительственными организациями, которые продвигают свободу выражения мнений. Несмотря на это, в этом году Нидерланды находятся на 28-м месте из общего числа 180 стран в Международном индексе свободы прессы. За год опустились с 6-го места на 28-е из-за многочисленных инцидентов. Поляризация общественного мнения в отношении ограничений COVID и иммиграции привела к росту словесной и физической агрессии в отношении журналистов, особенно фотокорреспондентов и съемочных групп, говорится в докладе. Такими подробностями делится мой источник. Фотокорреспондент был сброшен в кювет вместе со своей машиной. Журналист был взорван через свой почтовый ящик, а криминальный репортер, который был близок к тому, чтобы позвонить, был убит. И не обязательно из-за его журналистской работы. Но он поддерживал кого-то в судебном процессе. Конец цитаты. А сейчас хотелось бы поставить фрагмент из радиопрограммы в оригинале. Весной этого года у меня брали интервью для нидерландской радиостанции. Вот результат работы их медиаиндустрии. Lef en nog altijd wie u was. Afgelopen week sprak ik met Ilja. Hij is Russisch en ik heb hem een paar jaar geleden ontmoet in Amerika. Sindsdien hebben we altijd een beetje contact met elkaar gehouden via het internet. En met name sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak, was ik benieuwd hoe het met hem ging en hoe hij als Rus deze oorlog beleeft. Nou, ik sprak hem dus afgelopen week. Hij studeert journalistiek. Hij is tegen de oorlog in Oekraïne. Maar hij vertelde ook dat het onmogelijk is om je daar als Rus tegenuit te spreken, omdat je dan ja, echt gevangenisstraf riskeert. Ik zou zeggen, luister vooral zelf, want het gaat hem als Rus met Oekraïns bloed ook erg aan het hart. I'm Ukrainian also. I have my granny was born in Lugansk.
She was living there for 3 years in her childhood. I was in Ukraine a lot of times. Then I was a young boy. I was in camp, and I love Ukraine. I have Ukrainian people, friends, and for me it's a big disaster what is happening right now there. Ja, een big disaster noemt hij het dus. En het kwam hem dan ook als een grote schok toen de oorlog met Oekraïne werd verklaard. Hoewel, oorlog? From the beginning, in the February, it was shocking for all the people in Russia that our government started a special operation. I can't, as a journalist, I can't call it in Russia a war, because we have special restriction about that word. We only can call it a special operation with the army of Russia that is doing here in Ukraine. Ja, je mag dus het woord oorlog niet gebruiken als Rus. En doe je dat wel, dan riskeer je het om opgepakt te worden. En datzelfde geldt voor demonstreren. My friends and my family, we don't accept our government policy, and we don't agree with what is happening. We have opportunity to go to the street and to say about it in our blogs, but now we have a special government restrictions. So for us, it's very dangerous to go in the street and to say about our position, because just in a few hours you'll be in prison, and it's better for our safety not to talk about it. But we're just with our friends, we're discussing this question, and we actually don't agree, but we can't influence on that. Nee, demonstreren mag dus niet, en ook in het openbaar je uitspreken, bijvoorbeeld op het internet of in op andere manieren, dat is dus ook onmogelijk. En daarom bespreken ze het onderling met vrienden en familie. En ook in groepen op Telegram delen ze het nieuws, omdat ze doorhebben dat er op de staatsmedia vooral heel veel propaganda wordt verspreid. I can do anything. I can say something in the net, on television. But if I want to go to prison, I can say about it. Or if not, I just can discuss it with my friends. Our government started to invest a lot of money in our federal TV channels just to say about something that our government is great and they are doing a great thing, and we need to accept it. We need to help our government to finish this special operation in Ukraine. But me and my friends, we have some Telegram channels with real photos and real videos from Ukraine, and we see how they kill people, how they struggling with a lot of problems. Ja, wat Ilja dus wilde benadrukken is dat het een pijn in het hart doet dat de wereld zich momenteel tegen Rusland keert, met name dus omdat een groot deel van de Russische bevolking het oneens is met het Russische beleid, maar zich er simpelweg niet tegen durft uit te spreken. You need to understand that our government and Russians, they are not the same, and you need to understand that it's awful to discriminate Russian just because of policy of our government, because we can't affect it. I didn't choose that my president. I didn't accept new constitution. I didn't do that, and I say no for that. We have very difficult times, and we need to understand each other, to accept each other, and don't start a special discrimination with Russians. Groot Nieuws Radio. De Nieuwe Morgen. Ja, en als laatste begon hij over een Russische vriend van hem die zich afvroeg hoe moeilijk het is om naar Nederland te vluchten. En die vraag leg ik zometeen voor aan Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerken Nederland, over hoe moeilijk het is om als Rus naar Nederland te vluchten. Voor nu hoorde je in ieder geval de stem van een Rus, de stem van Ilja.